Thank you.
большое! Николай! Лукоянов, город Дзержинск! Надо делать сольный концерт, я так думаю, уже пора. Спасибо, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вы частушки любите? Главный частушечник Нижегородской области, лауреат всероссийских конкурсов народного творчества, гран-при фестиваля имени Заволокиных в городе Иваново, приз зрительских симпатий этого же фестиваля. Виктор Гоняев, город Дзержинск. Вечер, дорогие борчане, всех с праздником гармонии, с фестивалем Потехинский камертон, а на праздниках, чтобы было весело, будем петь частушки. Дорогие зрители, давно не пел я вам частушки, послушать не хотите ли? Где Ока впадает в Волгу, Волга разливается, нижегородские гармошки звонко заливаются. Оха! Братья гармонные, опа! Нижегородская гармонь по всей России славится, ты прославляемый край родной, звонкая красавица, опа! Живет еще в народе русская гармоника. Оха! А из Дзержинска я приехал на гармошке поиграть. Если вам вдруг не понравлюсь, помидоры не кидать. Оха! Ходишь, кошелек уже пустой, опа! В магазинах появилось 1300 колбаса, у богатых нос поднялся, а у бедных волоса, опа! Яйца стоят 100 рублей, а 10 штук проклятые, хорошо, хоть у мужей да до сих пор бесплатные, опа! Ничего в своих полях уж не сажаем больше. А вот возьмите вы село, а даже плакать хочется. Все упало, что росло, и кое-как волочится. Опа! А на селе скотами стало, не мычат коровушки, они свиней не навечат, не молят головушки. Вот тебе и тынка. Они уже пенсионеры, все достойно стали жить, а ветеранские льготы перестали им платить. Ох, ах!
ходил тут на прием. Вежливо послали. Оп! Чтобы к доктору попасть, а не то в очередях ты можешь в обморок упасть. Ох! Все мы знаем, платно стало здравоохранение, а если нет в кармане денег, сдохнешь без сомнения. Ой, не получается, у меня мечты живут, а там у них сбываются. Я работаю, потею, взять кредит, жилье купить, но проценты в наших банках стали с долларом дружить. Ох! Сейчас мало кушаю, зато езжу на машине и частушки слушаю. Опа! Ох, на заправку я приехал, глянул цены, боже мой, расстегнул свою ширинку и заправился мочой. Опа! Пошел платить за ЖКХ, каждый месяц все дороже, а что он как мороз по коже, опа! Капремонт включил платежку, кто ж придумал этот фон, открутить тому бумажку, чтобы сдать самих в ремонт, опа! Деньги люди собирают на ремонт своих домов, а ремонт там обещают через 70 годов. Опа! А оплатил я свет и газ, оплатил я воду, 2 километра живу от газопроводу. Опа, да опа, а газ ведем в Европу, а немцам да полякам, а нам дулю с маком. Мы из Сирии дадим, ну а сами редьку с хреном, да все без следим. А признаюсь всем не тая, что в тебя влюбленный я, ты ж кормилица моя, книжка пенсионная. А пенсионный возраст скоро подрастет, и черт бы с ним, не расстанусь с комсомолом, вечно буду молодым. А соседка только 5. Ну а пенсию сравняли, это как все понимать? А надо мной моя соседка принялась смеяться, и зачем всю жизнь работать, было надрываться. Оха! А тут такая канитель, ходит бабка на панель, как же так, бабусенька, да пенсии мать.